Всех приветствую. Вот я в своей рабочей обстановке. Сижу за своим рабочим местом, за компьютером. И это у нас получается второй день. Ну, можно даже сказать первый день. Так, с чего бы начать? Что сегодня было? Сегодня отыграл две сессии. Плохо выспался, если честно сказать. Котяра. Плохо выспался. Одной из причин это был вот этот вот зверь. А другой причиной было немного сбитие режима, так как сейчас придется играть утром. На Покер Кинге игры толком нету в остальное время. Поэтому придется рано вставать, это как минимум 6 утра где-то, как минимум. Вот. Отыграл сегодня две сессии по 2 часа. Особо нечем похвастаться. Нулевая игра была, сыграл в ноль. И очень недоволен своей игрой. Много ошибок, много тильта, кстати, что давно со мной не случалось, почему-то много тильта было сегодня, и важные раздачи, именно какие-то глупые такие раздачи, проигрывал именно слабым оппонентам, почему-то не мог подстроиться, честно говоря, вот. На Кинге немного поиграл, игры было маловато, но тем не менее удалось собрать 1-2 стола там и отыграть немного. Кот прям атакует меня. Вот. Чем еще можно поделиться? Ну, выполняю домашние задания в целом, которые нам дали. Жду чарты. Жду следующую тренировку и дальнейших указаний. В целом все вроде как неплохо. Сейчас привыкну к новому режиму, к утреннему. Вот. И вперед в бой. Будем дальше пробиваться по лимитам. Надеюсь, все будет у нас хорошо, как и у остальных участников группы. Вот. Всем удачи за столами. Счастливо.